Здравствуйте, уважаемые зрители. Извините, что вот эту серию немножко я задержал. Но были такие обстоятельства семейные. В общем, пока что вот как смог сразу записывать. Увеличилось у меня число подписчиков. Сейчас уже на канале 40 подписчиков. Это очень хорошо, потому что раньше было вообще грустно, но теперь уже более веселее. Значит, сегодня вам расскажу про часы очередные, которые я получил. Причем получил, опять же, давно. Но вот просто не смог записать видео к этим часам. Ну, пришли они в стандартной упаковке. Я не стал это показывать, потому что, ну, это не все делают, не очень интересно. Ну, в общем, итоговая упаковка — это вот целлофановый пакетик, ну, инструкция к этим часам. Хорошо она есть на английском языке. Вот тут более-менее, ну, понятно написано. Ну, в общем, тут стандартная. Все вот эти кнопки, значения. Кстати, нарисованы совершенно другие часы. Ну, ладно, простим это нашим лучшим друзьям-китайцам. Итак, часы Alike. Модель 1389 АК. Для начала мы уберем защитные пленки. Они здесь есть. Вот с этой стороны есть и с этой стороны. Вот я сейчас буду убирать. Это водонепроницаемые до 50 метров. И крышечка — это сталь. Часы из себя представляют копию, наверное, опять же, G-Shock, наверное. Но это вот часы Alike. Опять же, здесь время показывается в двух вариантах. Это как цифровое, так и аналоговое. В аналоговом варианте присутствует часовая минутная секундная стрелка, достаточно плоское стекло, управляющие кнопочки. Для чего, кстати, кнопочка Sport, я так и не понял. Ну да ладно, что-то, видимо, тут такое. По крайней мере, в инструкции ничего не написано. Кнопочка Mod — это для смены вариантов, ну, то есть от вариантов отображения часы, минуты, секунды, в вариантах как 24-часового, так и 12-часового. Секундомер. Далее идет будильник, который тоже выставляется, плюс вариант по часовому сигналу. Вот видите, в красном окошечке сейчас такой значок. Это значит, что у меня по часовой сигнал выставлен. Показ дня недели, число и месяц показывают они. Ну, окошечко вот это, которое побольше, кругленькое, оно просто так, для красоты, которое, в общем-то, оно меняется красиво, но ничего какого-то функционального назначения не несет. Часы, я сказал, довольно такие стандартные, но просто это некая новиночка. Вот обратите внимание, как тут крепится ремешок. Он несколько удобнее, чем у предыдущих моделей Alike. Он более мягкий ремешок. Сама застежка тоже мне понравилась. Она такая тоже пожестче и понадежнее, мне кажется. Сами часы, ну, смотрятся они хорошо, мне понравились. Есть варианты, кстати, различного оформления вот этих вот внешних букв и цифр. Белый, по-моему, синий, оранжевый, желтый. Я придерживаюсь более строгого состояния черного и белого. Да, еще есть кнопочка свет. Вот, если вы видите, я сейчас вам покажу. Так. В общем, стандартный циферблат. Плоское стекло. Стекло, наверное, да? Или даже пластмасс. Ну-ка, сейчас мы чем-нибудь постучать. Железочки. Вот отгрызком от машины. А, вы знаете, у меня такое впечатление, что все-таки это пластик. Вот. Ну, достаточно, я думаю, прочный. Значит, на руке смотрятся они вот так вот. Здесь все застегивается. О! Ну, достаточно прикольно. Мне нравится ремешок. Он здесь такой достаточно мягкий. И рука, наверное, не будет потеть, потому что такие большие отверстия, вот как вы видите. Видите? Вот. И достаточно оригинальное крепление к самим часам.
Значит, по посылке, если это интересно, когда я их покупал, они стоили 651 рубль, 652 практически. А сейчас они в данный момент стоят 785. Ну, не очень много поднял цену продавец. Продавца я рекомендую, очень быстро все оформил, очень быстро все сделал. Причем порекомендовал сам. Вот, ну, достаточно, часы мне понравились. Заходите к нему в магазин, он, собственно, специализируется вот на лайках. Ну, есть еще другие модели часов. Я, собственно, смотрел у него новинки, вот он мне порекомендовал такую новинку. А в остальном, ну, часы мне понравились. Я их, правда, не носил, вот я их только при вас буквально открыл, снял пленки. Ну, поношу, смотрю. Какие-то вопросы задавайте, пишите. На этом, в общем-то, заканчиваю, собственно, часы смотрите. Постарался вам их показать со всех сторон, поэтому всем вам счастья и удачи. До новых встреч! Thank you.